надеемся, что ваши встречи в Москве, руки по локоть в крови, сегодня чуть ли не представляются как жертвы. Подается очень однобокая информация. Ребята, не вылезайте. My dual role as a special envoy of the Secretary General conveyed the Secretary General's concerns. И я выполнила свою роль как специального посланника генерального секретаря ООН, передать его озабоченность и his appreciation of the difficulty in controlling and tackling terrorism. И его понимание той сложности, которая связана с борьбой с терроризмом. Importance of caring for the civilian population. Мы не скрываем ничего, мы готовы полностью информировать и представителя генерального секретаря ООН, и международную общественность о реальном положении дел, потому что нам скрывать нечего, у нас политика ясная. Здесь нет никакой гуманитарной катастрофы. С этой ситуацией мы в состоянии справиться сами. Если у Запада и у тех, кто сегодня, так сказать, больше всех возмущен этим, есть желание помочь в этом, мы с благодарностью примем эту помощь. Но еще раз повторяю, с этой ситуацией Россия в состоянии справиться сама. Безопасность все напряженная, и мы будем координировать наши действия по предоставлению.